не бойтесь, Тамара Брониславна. И вы мне потом будете говорить, что я не прав. Что ваш милый Женечка не курит? Да я лично только что своими глазами видел. Вот он, окурочек от вашего Женечки. Плохо вы его воспитывали, плохо. Ему нужно было книжек поменьше, а ремня побольше. Олег Петрович. Да, я слушаю. Мне интересно, что на это ответит заслуженный работник культуры. Олег Петрович.